Рада приветствовать вас на своем канале. В данном видео я хочу поделиться невероятно вкусным рецептом. Для нашего рецепта нам понадобится замесить тесто. Беру воду, яйцо, соль и просеянную муку. Все ингредиенты будут расписаны под видео в описании. Вымешиваю тесто вилочкой, далее помогаю руками. Когда тесто наше стало однородным, убираем его в пакетик целлофановый и куда-нибудь в стороночку, чтобы оно отдохнуло. Тем временем приступаем к начинке. Для начинки я взяла говяжий фарш, лук, соль, перец. Вы можете также добавить специи по вкусу или фарш взять другой, на ваше усмотрение. Буквально минут через 30 наше тесто подойдет и можно раскатывать тоненько. Теперь при помощи кольца диаметром 10 сантиметров в данном случае я буду делать вот такие круги. И каждый круг заполнять фаршем. После чего формировать треугольнички. Вы можете выбрать любую форму, не обязательно треугольнички. Но мне кажется, так и легче и удобнее кушать. Еще это тесто очень хорошо подходит для пельменей. Также можно делать из этого теста манты. Приготовление оно очень простое, но тем временем невероятно вкусное получается тесто. Когда все треугольнички готовы, переходим к поджарке. Для поджарки я беру лук, нарезаю его небольшими такими кусочками, немного обжариваю, закидываю помидоры, еще немного обжариваю до полуготовности и затем заливаю это все водой. После чего добавляем морковь, картофель крупно нарезанную и сверху закладываю все нашими треугольничками. Накрываю плотно крышкой и на медленном огне, буквально минут 30-40, это все тушится. Далее все посыпаю зеленью, как все красиво и вкусно выглядит, а какой аромат. Ну и все, в принципе, наше блюдо готово. Надеюсь, вы оцените данный рецепт и обязательно его попробуйте, потому что это очень вкусно. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!